Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель» у студії Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Вибув са строю. З завтрашнього дня мост про зраку Сожу на прамку обласного центра буде закрити. Творчасть як способи умови развития особи. Сьогодні у Гомелі удакладнили задачи на новый навучальный год для установ культуры и мастацтва. Головный белорусский фильм года «Хрусталь» покажут у большим 20 городах краины. А зараз об гэтым іншым больш подрабязна. Масовая уборка зерневых у регионе завершена. Об 100% выполнении задания обвестили 6 районов Гомельской области. Показчики региона на сегодня 98% до плана и 604,5 тысячи тонн збожжа нового урожая. Самый великий намолот сёлета на рахунку господарок будет Кашалёвского района. Тут собрали амаль 70 тысяч тонн. Каля 65 тысяч тонн у Речицкого района. Зараз аграры ведут на рыхтовку кукурузы на силос. Гэтыя работы выкананы на 10-й частцы плошчаў. Уборку кукурузы на зерні распачалі ў 5 раёнах. Мост праз Сож на трасе М8 закрываюць для ўсіх транспартных сродкаў. Гэта адбудзецца 30 жніўня у 12 гадзін дня. Рашэнне прынята ў сувязі з аварыйным станам і пачаткам рамонтных работ. Як паведаміў генеральны дырэктар РУП «Гомель Аўтадар» Ігар Матвяцоў, у будучыні на гэтым месцы запланавана будаўніцтва новага моста. Аб'езд закрытага ўчастка аўтамабільнай дарогі прадугледжаны праз Гомель. З пачатку года рух транспарту па мосце быў абмежаваны часткова. Экспертиза показала, что из-за коррозии у одним из блоков пришла в непридатность арматура. Мост на трассе М8 мает ту же конструкцию, что и ранее треснутый мост под жидковичами, выполненный из коробчатых конструкций с запорными сталевыми канатами. До інших тем. Падрыхтовка музыкантаў, хореографаў і удзельнікаў харавых калектываў. Сёння ў Гомелі удакладнілі задачы на новы навучальны год для ўстаноў культуры і мастацтва. З думкамі удзельнікаў галоўнага ўправлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі абласнога выканаўчага камітэта азнаёміўся Олег Сенцероў. Музыка – это завсёды прыгожа, особливо, когда ее выполняют профессионалы. Правда, чтобы стать сапраўдным майстрам, мне подно шмат учиться. Спочатку до 7 годов в музычной школе, потом еще 4 в колледже. Плюс самостоятельные занятки по нескольких годин каждый день. Не глядите на то, что на занятки у музычных школах потребно шмат часу и значная доля упартости. На отсутность детей тут не скажется. Сегодня этой установы наведывая практически каждый 8-й научениц средних школ. Плюсов некольки – это и агульно-эстетичное развитие, и профессиональная ориентация, включающая удел в конкурсах и фестивалях. Ребенок, получивший определенные знания, умения, навыки, он обязательно должен получить возможность самореализации. Поэтому дети нашей школы очень активное участие принимают в конкурсной и фестивальной деятельности. И скажу, что вот даже за прошлый учебный год посетили 31 международный конкурс, и у нас 89 результативных попаданий на конкурсах лауреатства. Неглядячи на рост агульной колькости навученцев дитячих установ культуры, пераваги молоди в апошний час почали изменяться. Меньшей популярностью стали користаться баяна, кардеоны, балалайка, а так само хоровые спевы. Сярод перспективных эстрадное и церковое музычное мастерство, а так само театральный накерунок. Подчас работы коллеги удельникам демонструется варган, музычные инструменты, які на Гомельщине покуль достатково редки, але ситуация может измениться не у таким уже и далеким часе. На пленарном посяджении размова о достигнутых показчиках и існуючих проблемах, основная увага – якость эдукации и оптимизации деятельности установ со стабильно низкими выниками работы. Навученцы дитячих установ культуры разглядаются как будущая творчая элита краины, а тому и рыхтовать ее необходимо на отповедном узровне и, конечно, подтримливать молодых специалистов. Основные проблемы – это, конечно, предоставление жилья. Мы работаем над этой темой очень плотно, стараемся помочь и найти возможность, как закрепить молодого специалиста, создав им бытовые условия, достойные работника культуры. Олег Сентеров, Валерий Хапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в Гомеле отбылась и городская жнивенская педагогичная конференция. Холл городского центра культуры организаторы отвели под тематичные выставы. И они демонстрировали интеллектуальные, творчие и спортивные достижения установ адукации. На стендах разместили узнагороды, грамоты, дипломы и кубки. Тут же представили объекты разумной робототехники, спроектованные гомельскими навученцами.
По якости адукации Гомель является одним из лепших как в области, так и в Беларуси. Больше как 200 выпускников отримали посвящение за знакой. Еще около 150 аттестаты особого узору. По выниках централизованного тестирования у скарбонцы гомельчан одразу 12 100-бальных сертификатов. Я хочу, вот, пользуясь случаем, учитывая, что мы накануне нового учебного года, поблагодарить всех учителей за ту работу, которую они проделали и в прошлом учебном году, и сейчас при подготовке школ и учебных заведений к новому учебному году. Ну, конечно, поздравить наших детей, наших школьников с тем, что вот наступает день знаний. Я хочу пожелать, чтобы они в этом учебном году добивались успехов, чтобы их образование, уровень образования повышался. Всего самого доброго и нашим учителям, и нашим школьникам. Сёлета у Гомелі за парты сядуць каля 50 тысяч школьнікаў. Больш як 6 тысяч з іх першакласнікі. Выграць у віктарыне, выканаць апошні танец у дзіцячым садку і пазнаёміцца з першай настаўніцай яшчэ да пачатку навучальнага года. Такое вясёлае інтэрактыўнае свята падрыхтавалі для выпускнікоў Гомельскай дашкольнай установы адукацыі для дзяцей са слабым слыхам. Правесці іх у краіну ведаў дапамагла Гомельская абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын. Доўгія гады педагога установы і актывіста грамадскага аб'яднання звязвае шчырае сяброўства. Выхаванцы гэтага дзіцячага садка пойдуць у першы клас у спецыялізаваную агульнаадукацыйную школу нумар 70. Абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын на яе базе фінансуе праект «Адукацыя без межаў». Таму віншаванні і падарункі, партфелі з усімі неабходнымі для вучобы прыналежнасцямі. Першы крок дабрачыннай падтрымкі асаблівых дзяцей. Это единственное учреждение в городе Гомеле именно для дошкольников. И самое главное, что в преддверии начала учебного года общественность не безразлична к тому, что категория таких детей, они тоже имеют право на радость. У Гомелі працягваюцца рэспубліканскія спаборніцтвы прадстаўнікоў канвойных падраздзяленняў, спецыяльных устаноў і крымінальна-выканаўчых інспекцый Беларусі. Прэтэндэнты на званне лепшага змагаюцца ў веданні законаў, высвятляюць мацнейшага ў барацьбе і стральбе. З удзельнікамі спаборніцтваў пазнаёмілася Ганна Каральчук. Республиканский огляд конкурс проходит в Украине у пятый раз. Кожную в области столицу на им представляют команды с 6 человек. Переможцы областных отборочных туров змагаются со своими коллегами из разных регионов Беларуси у шергу теоретичных и практичных выпробований. Сярод их ведание нормативно-правовых актов, выполнение контрольных нормативов, володание приемами одиноборства, медицинская и огневая подрыхтовка. Однако головной якостью для супрацовников правоохранных органов называют моральную устойливость. С такими ситуациями нестандартными довольно часто. Это и попытки побегов, и, к сожалению, в последнее время мы отмечаем, участились случаи оказания сопротивления сотрудникам милиции. И все это налагает на сотрудников определенную обязанность по знанию и владению боевыми приемами самбо, безусловным и точным порядком применения спецсредств, и в том числе и табельного оружия. Акрамя основных конкурсных этапов, сёлета упершыню уведзены новы – ораторское майстерство и ведание профессийного этикету. Сучасный милиционер повинен уметь корректно выказываться и сгладживать конфликтные ситуации. В этом конкурсе я четвертый раз принимаю участие. Вообще это хороший опыт, который можно передавать в дальнейшем своим сотрудникам, своим подчиненным. Также это новое знакомство, товарищи, друзья. Ну и, скажем так, общаемся и с свой уровень образовательный повышаем. Выники конкурсу судейская коллегия обвестит завтра. Ганна Каральчук, Валер Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Напередодні навучального года белорусская чыгунка проведет акцию «Дети и безпека». Профилактичные рейды будут организованы с 30 жнивня по 10 вересня. Особливая увага будет надаваться неполнолетним, которые находятся без нагляду дорослых поблизу чыгуночных шляхов, на вокзалах, станциях и у тягниках. Мета акции – попереджение несчастных выпадков с уделом детей.
У магічныя даты жніўня ў Беларусі распісаліся амаль 1700 пар. Як паведамілі ў Міністэрстве юстыцыі, 8.08.2018 у краіне заключаны 4 сотні шлюбаў. Асабліва запатрабаванай у маладых стала субота 18 жніўня. Толькі ў Гомелі ў гэты дзень свае адносіны зарэгістравалі 80 пар. У вясельнага ажыятажу ёсць тлумачэнне. У нумаралогіі лічба 8 сімвалізуе бясконцасць і абяцае поспех у любых пачынаннях. Фільм «Хрусталь» Дар'ї Жук завтра виходить у республіканський прокат. Його покажуть у більш чим 20 городах Білорусі. Правда, у Гомельській області кіносеанси почнуться 20 вересня. Сусвітня прем'єра картини відбулася у червні на престижному міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах. У липні «Хрусталь» отримав гран-при на міжнародному кінофестивалі у Одесі. А у жнівні удостоївся двох призов на фестивалі російського кіно у Виборзі. Зараз фільм «Дар'ї Жук» запрошений на більш чим 20 кінофестивалів по всім світі. Больш як 800 танцораў і гасцей збярэ сожскі карагод. Заяўкі паступілі ад 37 калектываў, якія прадстаўляюць розныя краіны, а таксама сямі ансамбляў з гарадоў-пабрацімаў абласнога цэнтра. Фестываль харэграфічнага мастацтва пройдзе ў Гомелі з 14 па 16 верасня. У цырымоніі адкрыцця на цэнтральным стадыёне будзе задзейнічана каля 1000 удзельнікаў. До надыходзячага дня ведаў абласны драматычны тэатр падрыхтаваў творчы падарунак для сваіх юных наведвальнікаў. 1 верасня ў рамках дабрачыннай акцыі школьнікам цэнтральнага раёна горада Гомеля пакажуць казку «Лятучы карабель» па матывах вядомага мультфільма. Дзеці адправяцца ў тэатр адразу пасля ўрачыстай лінейкі. На сцэне разгорнецца грандыёзнае шоу з вялікай колькасцю прыгожых дэкарацый і касцюмаў. Святочны спектакль будзе суправаджацца музычнымі і харэграфічнымі нумарамі, а таксама светлавымі спецэфектамі. У музычным напаўненні казкі выкарыстаны не толькі вядомыя кампазіцыі савецкага мультфільма, але і сучасныя шлягеры. Падчас прагляду спектакля «Лятучы карабель» юныя госці драмтэатра сустрэнуцца з прастадушным Іванам і капрызнай царэўнай Забавай, наіўным бацюшкам-царом, хітрым палканам і вясёлым хорам бабак-ёжак. Пастаноўка падаецца як вершаванае апавяданне і ўздымае спрадвечна актуальныя тэмы «Дабра і зла», «Чалавек». Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Дэ-факта продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Просто повезло с соседями. В речице едва не сгорели бабушка и двое внуков. К счастью, звук лопающегося шифера услышал живущий рядом спасатель и его бывший коллега. Пожар произошел примерно в час ночи в одном из частных домов по улице Калинина. Спасать жильцов в охваченное огнем строение бросился подполковник МЧС вместе с соседом. Мужчины зашли в горящий дом и обнаружили в разных спальнях малолетних детей, а также их бабушку. Детей они вынесли на улицу, бабушку вывели, в результате никто не пострадал. В настоящее время причина пожара устанавливается. В качестве версии рассматривается короткое замыкание электропроводки. Теперь к дорожной обстановке. Это фотографии аварии, которая произошла накануне в Гомеле на улице Объездной. Без пострадавших тут не обошлось. В больницу с травмами попала вылетевшая с дороги водитель «Опеля». По предварительной информации, во время управления транспортным средством девушка потеряла сознание. После этого автомобиль «Опель», которым управляла девушка, столкнулся с автомобилем, который двигался в правой полосе движения. После автомобиля «Опель» съехал в кювет. Еще одна информация для автолюбителей. Трасса М5 под пристальным наблюдением госавтоинспекции. 31 августа сотрудники ГАИ проведут массированную отработку дороги Минск-Гомель. Уроженка Гомельской области приговорена к 5 годам с конфискацией имущества за вовлечение в занятие проституцией. Дело рассматривалось судом Октябрьского района Минска в закрытом заседании. По информации следователей, женщина поставляла живой товар из Беларуси в Грецию для оказания интимных услуг. Уроженку нашего региона задержали, когда она пыталась вывести за границу двух очередных девушек. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на «Беларусь-4».
Эфир телеканала «Беларусь-4 Гомель» продолжают новости спорта. В студии Павел Михно. Здравствуйте. В Заславле проходит открытый кубок Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования являются тестовыми. Они проводятся для того, чтобы проверить готовность гребного канала ко вторым европейским играм, которые в следующем году пройдут в столице. От Гомельской области выступают 60 спортсменов. В Минске уже состоялись тестовые соревнования по пляжному футболу и дзюдо. Они с успехом прошли на тех спортивных объектах, которые будут задействованы во время мультиспортивного форума. Владислав Микульчик успешно прошел просмотр и подписал полноценный контракт с хоккейным клубом «Металлург». Защитник пополнил ряды сталеваров с первого дня предсезонного сбора и за 2 месяца напряженной работы смог завоевать признание тренерского штаба команды. Микульчик успел сыграть 6 матчей в розыгрыше Кубка Солея. Результативными действиями в этих поединках игрок не отметился. Также подписано трудовое соглашение, рассчитанное на 1 год с вратарем Леонидом Рубаном. Голкипер, воспитанник Минской юности, практически всю карьеру провел в фарм-клубе столичной команды. Последние 2 сезона отыграл за Лиду, где в минувшем чемпионате показал лучший свой результат, отразив более 90% бросков в 32 матчах регулярки. В Минске завершилось первенство Беларуси по тхэквондо среди молодежи 1998-2002 годов рождения. В копилке гомельских спортсменов 5 наград. 2 золотые медали завоевали Екатерина Гулевич и Алина Пинчук. Серебро у Алины Гвоздь, Константин Адаменко и Никита Селивончик поднялись на 3-ю ступень пьедестала. Открыта регистрация на Кубок Республики Беларусь по боевому самбо, который состоится 22 сентября в Олимпийском спортивном комплексе «Стайки». Соревнования обещают стать ярким спортивным событием осени, так как участие в турнире подтвердили представители сильнейших бойцовских клубов Беларуси. Победителя ждет титул чемпиона, а также право представить страну в ноябре на чемпионате мира. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4».